После этапов под Смоленском и Санкт-Петербургом участники российской серии кольцевых гонок приехали на автодром «Казань-Ринг». В программе были заявлены сразу 12 гонок. Основная программа заняла весь воскресный день. Пилоты вышли на старт 9 раз. И каждый радовал плотными схватками, мощными прорывами и интригой до последних метров дистанции. В туринге первая гонка стала большой неудачей для Ивана Лукашевича. Стартовав первым, он отстоял лидерство от посягательств Алексея Дадукала. Но в конце самой длинной прямой ошибся на торможении и вылетел в гравий. После рестарта пилотон уверенно возглавил Дадукала. Однако за пару поворотов до финиша Клим Гаврилов подловил многоопытного соперника и вырвал победу. Третьим финишировал Григорий Бурлуцкий. Во второй гонке пилот СМП Racing Кирилл Ладыгин, оказавшийся на реверсивном поуле, лидировал от старта до финиша. А вот Клим Гаврилов, ставший вторым, прорывался с седьмой позиции. Григорий Бурлуцкий был четвертым, откатывался назад, но вырвал бронзу заезда. В классе Super Production Вадим Антипов и Дмитрий Лебедев стартовали с первого ряда и смогли финишировать в этом же порядке. Третье место Евгения Мейтиса сродни победе. Несмотря на проблемы с подвеской, он смог отбить атаки пилотов на вестах. Следующая гонка запомнилась ярким противостоянием Александра Гармаша и Евгения Мейтиса. Мейтис одолел половину гонки, после чего вылетел в гравий и прекратил борьбу. Гармаш, не доехав два круга до финиша, тоже замер на обочине. В тройке призеров держался Андрей Петухов. Правда, по итогу он освободил третью строчку для Владислава Незванкина, сойдя, не увидев финишного флага. А очередной дубль оформили Вадим Антипов и обладатель серебра Дмитрий Лебедев. В S1600 с первого ряда стартовали Василий Кораблев и Петр Плотников. И в том же порядке финишировали. В тройке долго держался Филипп Тупоносов, и только в заключительной третьей дистанции его смог опередить Ефим Гантмахер. А финальная гонка стала украшением этапа. Фантастические прорывы, плотнейшая борьба и ни одного выезда машины безопасности. Место на подиуме распределились так. Первый — Ефим Гантмахер, второй — Алексей Савин, третий — Василий Кораблев. Через две недели гоночная серия переезжает в российскую столицу, так как следующий этап пройдет на автодроме Moscow Raceway.